Здравствуйте, друзья! Сегодня 4 ноября 2018 года. Мы с Машенькой возвращаемся из храма Серафима Саровского. Сегодня здесь отмечается праздник, во всей России отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. И всех с праздником! С Днем народного единства! И сегодня священник, отец Александр, сказал, что истинное единство народа может быть только в вере православной. Вот. Поэтому всем желаю уяснить. Ну а сейчас мы с вами пройдем по улице Владимирской. Прекрасная погода в Анапе, чудесная просто погода, солнечная. И давайте пройдем, я вам покажу вот сначала новые дома в начале, а потом мы просто пойдем по Владимирской, я буду что-нибудь рассказывать, а вы будете меня слушать. Вперед! Ну вот, друзья, вот там расположен храм, оттуда мы пришли. Здесь соединяется улица Маяковского и Владимирская. И сейчас мы начинаем наше движение. Я буду еще есть булку. Дай. Я жую булку. Дай мне тоже. Ты уже все снял. Угу. Лови бараки. Здесь не очень красиво. Надо высадить тут деньги. Да, ну вот забор убран. До этого, если вы помните, я ходил вот здесь вот. Здесь вот ходил. А тут был такой тротуарчик. Забор был. А сейчас вот забор убрали. И нам открывается... Прекрасный вид, да, вот на эти вот торговые ряды. Здесь скоро, видимо, произведут ремонты и начнут здесь что-нибудь продавать. Вот целый такой торговый ряд. Папа, а ты мне купишь еще подзвонить? Купишь? Или нет? Конечно, Маша, конечно, мы будем всю серию брать котов-воителей. Да, постепенно. Вот, понастроено в Анапе очень много. Ну, вот, допустим, вот это вот здание, да. Вот это, которое я сейчас только прошел. Ну,
Ну, мы не просто тут дома рассматриваем. Я вообще не люблю рассматривать дома, и мне кажется, это уже тема до того приелась. Уже всем понятно, что в Анапе строят очень много. Поэтому половина, наверное, жилья нового стоит без хозяев. Вот. У нас сейчас знакомые приехали с Белоруссии. Они купили квартиру в Тургеневском квартале, в третьей очереди, да, домах. Сейчас там интенсивно идут ремонты. А они сняли квартиру в Крымском вале. Вот мы у них 2 дня назад были в гостях. Вот смотрите, ну, просто неприлично много настроено. Неприлично. Вот дома, тут столько все еще предстоит. Вот огромная свечка. Вот огромный тоже такой вот, я не знаю, огроменный дом. Он полностью еще пустой. Смотрите. Тоже внизу помещение под магазины. Все это только вот будет заполняться. Видите, в аренду сдают. Но вот тут уже сдали, вот табличку повесили, продукты. Ну, смотрите, какая стена. Какая стена, огромный дом. И тут... Да-да, смотрим. А, и тут, смотрите, вот интересные такие вот уступчики. Видите, на них ставят люди... блоки внешних кондиционеров. Как будто бы специально это сделано. То ли для украшения, то ли это специально для блоков. Ну, в общем, смотри, конечно, очень интересно. А что ты сделал, что мы с этой крышей? А ничего не сделал. Ничего. А за что? Вот, а тут все будут сдавать в аренду. В аренду, в аренду, в аренду, в аренду, в аренду. И это, друзья, вот современная Анапа. Та Анапа, против которой выступают старожилы. Вот такая Анапа не нужна старым анапчанам, потому что, ну это что, это уже не Анапа, это уже, я не знаю, ну зачем столько строить в центре города, тем более, вот я не думаю, что здесь какие-то там площадки есть, там спортивные, парковки, школы, этого ничего нету, ничего нету, только тупо одно жилье. Мне даже об этом говорить не хочется, потому что, ну, зачем об этом говорить вообще постоянно? А что вообще ты критикуешься? Вот, ну вот, тоже вот. Ну, какой это тут может быть двор? Хватит, пошли отсюда. Все, больше не будем об этом говорить. Давайте лучше любоваться осенью. Давай, дай мне руку. Давай. Левша или правша? А? Правша, конечно. Улица Заводская. Мы сейчас ее переходим. А я думала, левша, так ужасно кусишь. Вот такая должна быть Анапа. Не должна. Деревенщина. Еще и плитка сыпется. Вот Маша выступает в качестве режиссера, я в качестве оператора. Маша сказала, подними камеру вверх, поднял.
Как, Маша, ты это прокомментируешь? Да. А не то, что там. Слава наше пустое место. Это значит. Папа, подожди, как я использую корм. Какой корм? Ну, Валя мне принесла. Угу. Ну, так как наш разговор сейчас слушают люди. Вот, нам надо всегда пояснять. Маша очень любит кошек. В последнее время она увлеклась изготовлением для кошек домиков. Она находит коробки. Вообще-то я их в магните беру со Василисой. Так, да. И вырезает там вход. И потом эти коробки устанавливаются, да, на улицах города Анапы. Так? Так, ну да, конструкция-то у них немного посложнее. Угу. И поудобнее. Там бывает столовая и спальня. Угу. Вот. Потом она, Маша, еще покупает корм для кошек. И кормит этих кошек на улице. И недавно она даже купила еще и чашку специальную, да? В смысле? А, у тебя? Ну вот, да, не успели поставить дети чашку, чашку украли. Да, за 39 рублей чашка. Ну вот. Почти все наши сбережения украдены. Улица трудящихся. Мне купили корм Чаппи. 3 пачки, а еще какой-то не помню. Если честно, я кормлю котов Вискасом. Угу. Ты куда побежал? Так, а погнать? Что? Это неприлично. Что? Обгонять. Почему? Там лучше. Ну, чтобы не снимать чью-то спину, лучше обогнать. Да, в храме вообще ничего не видно. На весь спину. Все время, если хоть что-то начинает видеться, все время кто-то встает перед тобой большой. Большой спиной. Кошмар. Улица Гоголя. Да, мне не нравится эта улица, она уродливая. Почему же? Она красивая. Хочешь по Гоголю пойдем? Нет. По Владимирской? Ну, пойдем дальше. Ладно, раз мы сегодня Владимирскую показываем, давай покажем Владимирскую. А? Говори, вообще тебе были такие красивые места? Говори.
Чите? Нет, конечно. В Чите зеленую улицу надо еще поискать. Вот улица Тургенева. Если сейчас повернуть направо, то мы как раз придем в наш Тургеневский квартал. Пойдем? А как же улица Владимирская? Ладно. Зато тут потише. Слушай, а твой смартфон хорошо снимает? Хорошо, я думаю. Мне кажется, твои видео не очень популярные. Да, я тоже так думаю, Маша. Я даже еще 6000 подписчиков не собрал. Вот. Хотя блогеры из Анапы, которые снимают, начали снимать позже меня, у них уже у всех больше 10000 подписчиков. Да, мы не очень-то продвинуты. А мы не очень-то продвинуты. Но 1000 там что-то тоже много. Ну, я не изменяю своей привычки, я снимаю прежде всего для себя. Я вот сейчас снимаю не потому, что я хочу кому-то там угодить, а просто я иду, наслаждаюсь Анапой. Умри больше. Вот, и свернул я на улицу Тургенева не потому, что там я хочу показать улицу Тургенева для кого-то. Нет, потому что я иду домой по Тургенева. Я сначала планировал по Владимирской до конца дойти. Вернее, до начала, потому что у нас улицы начинаются от моря. Вот. А потом мне в голову стрельнуло повернуть на Тургенева. Да, ну вот видишь, я уже даже забыл, кто кому чего сказал. Но в результате мы идем по Тургенева, и мы идем просто домой. Не потому что там мы снимаем улицу Тургенева, мы показываем ее во всей красе. Нет. А ты говорил больше, ты правильно. Это был красота. Мы просто идем. Мы просто идем и любуемся. Вот, допустим, я сейчас вот взгляд кинул направо. А там, смотри, такие цветочки светятся замечательные. На газоне. Я иду, конечно. Я просто иду. Ты что говоришь? Я тебя не вижу. А как вот, как ты думаешь, почему я иду? Почему я снимаю? Ну, потому что на автобус лень тратиться. Так, ну это тоже, да, потому что я не скрываю, мы экономим деньги даже на автобусе. Почему бы нет? Зачем порою 20 рублей платить за автобус, если можно пройти пешком, получить удовольствие, получить здоровье? А на автобусе что? А на автобусе будешь смотреть. В тесноте, в духоте. Зато
быстро. Смотри, какие хорошие елки. Ой. Они твердые. Да. Колючие? Да. Смотри, у меня есть кусочек коры. Давай ты что-нибудь порассказываешь. Почему я? Ну давай, вот я буду вот так сейчас идти, а ты будешь... А фронтальную камеру включить никак? Нет. Ну ладно, говори вопрос свой. Как ты проводишь каникулы? Плохо. Ужасно. Почему? Нечего делать, я все книги уже вчера перечитала. А какие ты книги читала? Восход книгу. А теперь мне нечего делать. Маш, смотри, как у нас какой газон. Зеленый. Ты что, вот подумал? Ты он в туфлях идешь. Подумаешь? Ну дальше задавай вопрос. Ой, смотри, какой котик. Давай его преследовать. Давай. Что это? Орех. Орех? Мне ворона одет побилась. Вкусно. Угу. О, смотри. Целое кошачье семейство. Его. Попробуй. Хотя бы немножко. Смотри, он не боится вообще ничего. Он любопытен. Это ежевик. Березка. Ты любишь котов? Папа, а тебе нравится, когда вороны сбивают орехи с деревьев? А вот орехи где нынче, доча? Я только что съела забитый орех. Нет, ты съела фундук. А... Какой фундук? А грецкие где? Грецкие я только что съела. Ворона с дерева сбила, вот я А, так это омела растет. Паразиты. Да. Вот дерево, на котором омелы очень много. Не всасывает. Из него всю влагу. Это кошмар. Угу. Только там дерево живое, тут уже А вот виноград. Ты любишь птиц? Люблю. Каких? Смотри, сколько винограда. Ты любишь птиц больших?
больших. Или нет? Люблю. Ну что значит больших? Ну, например, сорок. Ну конечно, и соек. А деряб? Деряб? Да. Это провокационный вопрос. Говори. Хорошо. Говорю перед всеми российскими зрителями. Я люблю деряб. Это жираф? Смотри, улица какая. Осенняя улица. Гребенская. Пересекаем. Интересно, а слово «дерябнуть» как-нибудь связано с наименованием птицы? Деряба-то? Да. Ведь слово «дерябнуть» в значении «быстро выпить спиртной напиток». Кот, черный бегемот. Что это бегемот? Скрылся все. Скрылся. Папа, да? Когда ты купишь мне новую книжку по твоим? А? Вон еще кот сидит. Когда? Прямо по курсу, смотри. Вижу. Давай у него нагоним. Нагоним? Да. Не надо, он испугается, если мы его нагоним. Надо его аккуратно брать. Да. Смотри, осенняя Анапа, осенний кот. Хотя вот какая это осенняя Анапа? Смотри, сколько листьев, сколько зелени. Это летняя Анапа. Угу. Подожди, я сейчас буду снимать вот такую картинку. Смотри, какие у него под глаз, Он недоверчиво на нас смотрит. Он что-то подозревает. Он хочет на тебя напасть. Ах, он хочет на меня напасть. А ты посмотри, какая береза, доча. Я уже видела, пошли отсюда. Береза полупрозрачная. Там кот, он скрылся под машиной, это я его носил, а там его хозяйка вышла. Да. Смотри, какой красивый. Да, действительно. Это что? Брусника, что ли? Да, нет, почему? Просто какое-то растение. С ягодками причем. Пахнет гранатом. Да, а вон кот лижет хвост. Да, у него хвост. Привет, хочешь стать популярным? Популярным в интернете. Он крутой.
Смотри, какой веселенький заборчик. Да. Вот. Вот очень веселенький. Папа, ты любишь вишню? Конечно. А цветочки любишь? Люблю я цветочки. Смотри, продают дом. Смотри, халупку продают. Я бы это взяла в качестве штаб-квартиры. Угу. Угу. Смотри, он весь прямо это колышется. Этот куст. Он, видишь, как волна. Красиво, да? Писали текст про дерябу. Угу. Один раз. Но я решила посмотреть, что это за такая птица. Набрала в интернете деряба. И там выдала. Такая красивая птица. Принадлежит к семейству дроздовых. Так. Угу. Дрозд деряба. Он остается на зиму в родных краях. Орехи собирают. Пойдем-ка, может, там нам что-нибудь перепадет. Ну, пойдем, он нам уступает благодушно. Сюда, Машенька. Да. И ухоженно. Конечно. Интересно, кому принадлежит этот дом большой? За этой стеной туй. Его даже и не видно. Да. Люди собирают орехи интенсивно. Папа. Неужели мы не найдем ни одного ореха? Конечно, не найдем. Конечно, если вот всем семействам искать орехи. Да, ну мы сейчас посмотрим, может, где-нибудь увидим. Ну день-то сегодня какой? Уродливый. Да день сегодня прекрасный, Маша. Дрозд-дерево, дрозд-дерево, из коровы. Дрозд-дерево, 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 дроз
Вот еще виноград. Вот розы. Ой, в небе дождь слепон, море ушел за пой на небе, а в сердце кот тупой. Мы такие разные, но порой нас одна судьба. Смертушка. Красиво. Угу. Смотри, подними камеру вверх. Шишек-то сколько? И что? А вон дом какой, смотри. Вау, я хочу в нем жить. Тут вот роза видна. Может, не надо? А вот какой куст красивый. Мне бы понравился. А тут-то винограда сколько? Нет, сейчас ты уже не похожа на автомат. Когда это лежит в коробочке, да. Ну вот там за забором у нас воинская часть, десантники охраняют наш покой. Вот в этом, наверное, я бы хотел уже спрятаться. Он, наверное, еще сохранился, да? Ворона где-то там каркает. Пришла, а вот тут, смотри, вот кто-то, видимо, уже купил этот дом. А начинает его ломать. И скоро здесь вознесется вот такой вот какой-нибудь опять. Ha ha ha!
вообще там сидела. Ну смешно ты делаешь. Я лично, если я подражаю, я просто без всяких там. Я просто. А ты умеешь так? Как кошка? Это вообще как змея гадюка. А. А я умею покуркой. Ну вот воинская часть. Пушки на КПП стоят вот. Понял? Ты не умеешь подражать живот. Меня Влад научил. Правда, у него круто получается, прям как у осла. Таланты разные, Маша, конечно, у людей. У кого-то лучше, у кого-то хуже получается. У меня тоже получается, только кошка. Некоторые думают, хватит мне ухать, но кошка какая-то. Ага. Российский государственный социальный университет. Филиал города Анапа. Таким образом я могу говорить животным всякую ерунду. Угу. Понял? А если им что-нибудь скажешь обидное? А что? Ну тогда они мне ответят, я скажу. Мне не получается изображать осла. Это кошмар. Ну да, нет, потому что, видишь, ты хочешь просто... вот именно по-настоящему это изобразить. Да? Да, я хочу изобразить. Да. А это очень трудно, потому что ты что? Да, Владик, вообще как крутой. Осёл столько сил затрачивает, чтобы вот это ИА произнести. Так, нет? Но он при этом не приседает, как ты. Я на собаку ручу. Крутяк. Ага. Я никогда не подражаю собаку, но стараюсь. Похоже? Нет, он один делает вдох, другой вздыхает. Ага. Весело мы с тобой идем. Но самое лучшее это кошке подражать. Я спросила тебя, ну что скажешь? Я умею подражать. Не, не умею. Вырабатывал навык подражать лягушкам. Вот. Имел некоторый успех, но потом тоже разучился. Почему? Подожди. Пойдем. Кван-кван говорим? Или нет, я вот так. Погоди. Нет, ну как-то...
говоришь по баране, а я прям сейчас. По баране? Да. Нет, а ты по козе? Да. Лошадь. А еще сказал лис. Лис? Да. Ну, лис, я лиса. Не, можно, конечно, найти в интернете, как лиса гавкает. Она же тоже гавкает. Что ты сказал? Ну вот, мы почти дошли до нашего дома. Вот 24-й тут ходит по Тургенева. Смотри, как я могу. Угу. По-кошачьи? Да. Вот двухэтажные гаражи. До сих Между пор... прочим, подражание животных. До сих пор продается двухэтажный гараж. Слушай, а собаки как научатся подражать? Вот так? Угу. Ну, разные собаки. Вот тут вот, сколько собак, столько и голосов. А теперь закрой глаза и представь, что ты в детском парке. Что, а я могу? Точно. А теперь я. 3D. О. Похоже. Ага. Вот это вот МФЦ у нас на первом этаже. А, друзья, новость для жителей Тургеневского квартала. Вот видите, вот это справа такое неказистое здание, какое-то, видимо, кочегарка раньше была. Так вот, по проекту здесь будет многоэтажная парковка. Да? Вот, да. Давай сейчас на лавочку присядем, скажем заключительные слова. Да, розы у нас обрезали все. А, нет, не обрезали, их высадили новые, по-моему, да?
Ну вот, друзья, подошла к концу наша прогулка с Машей. Кому она не понравилась, так и скажите прямо. Дизлайком. Дизлайком. Напишите самые гневные свои комментарии. Напишите, что это такое, альбатрос вообще обленился в конец, он уже ничего не снимает интересного. Долой альбатроса! Что еще могут написать? Что ты гадкий мужик. Ну, это может быть кому-то и так не понравится. Может быть, кому-то не понравится, как Маша квакала и орала по ишачьи. Это вообще-то по ослиному. Ну, в общем, не оставайтесь равнодушными, как-то выразите свои эмоции, свои впечатления, потому что это тоже очень важно, потому что напишите, не можешь не снимать, не снимай. Я не буду снимать. Не можешь снимать, не снимай. Как? Ты сказал, не можешь не снимать, не снимай. Так. То есть, если ты не можешь без съемки, не снимай. Так. А ты надо было сказать, не хочешь снимать, не снимай. Понял? Понял. Так и напишите, не хочешь снимать, не снимай. Правильно? Да. Все, и будет здорово. Наконец-то ты шапочку свою сняла. Жарко же. Блин, а что у меня с волосами? Не знаю. Я помню шапочку. Давай я тебе платочек дам. Нет. А ты сейчас подвяжешься, и мы разыграем сценку. Нет, на. Ничего не. Ну давай. Вот ты помнишь. Давай, как будто бабушка сидит, а тут я снимаю, как будто бы это, ну, а бабушка говорит. Ты что, бабушка? Давай. Ну, изобрази. Ну не так, но на голову надень ее. Ну почему я должна играть такой бабушкой? Ладно, давай. Угу. Все, ты должен прийти как-то. Хорошо. Итак, сцена во дворе, дубль один. Че снимаешь? Бабушка, извините, но я снимаю не вас же. А кого? Я деревья снимаю, туи. В конце концов.